Здравствуйте, писатель, пожалуйста, назовите команду. Здравствуйте, меня зовут Александр, компания «Транстелеком». Как сегодня сыграли? Сегодня сыграли, ну, я думаю, с удовольствием хотели сыграть, но не получилось. В начале первой партии вроде бы пошли вперед, но команда КП «Мотор» очень сильная команда, и нам не удалось навязать свою борьбу. Вот вы знаете, знали заранее, что КП «Мотор» сильная команда, а почему собрали не самый сильный состав? Я знаю, что у вас лучший состав собирался, вы играли намного лучше. В этом сезоне так получается, что есть травмированные игроки, поэтому мы всегда присутствуем. Что, спасибо большое, желаю вам удачи в плей-оффе.